Итак, Москва, мы определились с местом. Я такие движухи лично не пропускаю. Красавчик. Клевый экран вообще такой, просто огонь. Зацените. Экран. Да. Если вы думаете, что быть строительным блогером это так-то все-таки просто, сейчас я вам покажу обратную сторону медали. Что и как происходит у нормальных пацанов. Это новая тачка. Ну, была, во всяком случае, полгода назад. Посмотрим теперь, что с ней произошло. Внимание. Ну, это все, ладно, инструменты. А вот теперь самый шик. Это просто шик. Шраборез у нас тут, бокалисторовский ящик и дальше. Ну, вот так выглядит техника у блогера. 17-70. Вот да, как-то, кстати, так это все происходит. Объектив вообще зашибись на самом деле. Расскажи про этот телек. А, объектив? Это... Вот, ну, это вот почти что самый вообще крутой. Вот есть, по-моему, он что-то там 15-35, и это, короче, вообще бомба. А чё? Ну, кстати, Макалис, цари, вообще все. Ага. Оба штробореза поместились. Оба штробореза, да. Вообще класс. У меня даже такой же ящик. Вообще класс, я тебе говорю. Я не знал вообще, куда его запихнуть. У меня все время был в сумке, а тут вообще идеально залез. Единственное, что приходится разбирать. Блин, я ни разу не разбирал. А я всегда разбираю. Каждый объект разбираю, все вот эти вот штуки смазываю, все. Подходит маленький мальчик к папе и спрашивает: папа, что тут такое альтернатива? Он говорит: ну смотри, а ты, говорит, живешь в городе, у тебя, говорит, все ништяк, все прекрасно. И ты в один прекрасный день решаешь продать нахрен хату, уехать в деревню, купить домик из десяток яиц. Ты купил яйца, инкубатор, вырастил, у тебя маленькие цыплятки, ты их кормишь, они превращаются в кур, ты опять их кормишь. Они как бы это яйца приносят, их в инкубатор. Через полгода у тебя уже 1000 цыплят. Ты уже предприниматель идешь. Проходит еще год. У тебя уже 10 тысяч кур, ты уже успешный предприниматель, все дела. И тут пошел дождь. С такой силой, что смывает нахрен все. Папа, в чем же альтернатива? Утки! Я не знаю, получится или нет, пацаны, но должно быть клево. Вот это профессиональный видеоблогер. Ему просто говоришь, что сказать, он говорит. Подожди. А ты этим чуханам, которые там комменты пишут. Утки. Там хорош у меня регламент, там пиарит. Рубим. Ну надо ж папки отрабатывать, чувак. Да, хорошо. Я поэтому и подошел. Да, давай. Завтра. 2 марта, 18:30. Семеновская, 1А. Это, короче, вот здесь. Это ресторан «Грабли». На втором этаже будет наша встреча. Я такие движухи лично не пропускаю. Как-то так. Должно быть интересно. До встречи. Всех жду. Американец и русский попадают в ад. Их спрашивают, в какой пойдете, американский или русский? Американский спрашивают, а в чем разница? Ну, в американском надо с утра ведро дерьма скидать, а в русском два. Ну и как бы американский, я в американский, что одно ведро, а русский куда пойдешь? Ну тебя что, я в России вырос, я что только не видел, пойду в русский. Ну и встречаются через 2 месяца, ну что, как дела, американец говорит, да что, нормально, говорит, с утра, говорит, ведро дерьма сожрал, говорит, весь день свободен. А ты что, да нормально, а дерьмо что, да, блядь, то дерьмо не завезут, то ведер на всех не хватает, блядь. Короче, будет весело. Добро пожаловать.